Зашибись. Погнали. Woo-hoo! Come on, baby! Big dick между ног! Буль. Буль. Серьезно? Что? Какого ху... Ты... Буль. Вы... Ну же, плохиши, я вас жду. Нир, удачи тебе на стриме. Чё это за отряд утопленников? За ними вроде ведьмак не гнался, чё это за... Знакомый ебровод, на самом деле. Нир, как рационально юзать свободку? Открывая модули на... Ооо, да. Ну это точно агрессия. Я припарковался, родной. Ребят, можно фотографию делать. Обои, так сказать, на рабочий стол. Кто за грудь тебя дергал? Да, блядь, тренер? Сегодня жестко дергал меня. Говорит, хочу, чтобы у тебя грудь умерла. Я такой, не понял. Он говорит, ну грудь хочу, чтобы умерла. Я такой, еще раз не понял. Он такой, ну ладно, давай, залезай под штангу. Я третий раз сказал, не понял. А потом он как мне показал штангу, я сразу понял. Ну, короче, это жестко было. Повезло. Господи, как я сейчас сыграл в этом моменте? Это просто пи... Игрок тысячи... Игрок тысячи грез. Хотите, покажу вам угарную фотку, которую я нашел? Пушок вылизывает себе яйца. Лежа на мне. А у меня здесь зуб, короче говоря, вырвали. Это мое лицо. Мне зуб вырвали. Ну я не знаю, какую фотку показать. Хз. Нерюша, твои усики так щекотали мои трусики ночью. Я просто таю, точка, когда ты еще раз занырнешь. Вау! Он уже уехал, я его все равно убью. Он уже проехал за камень. Он за камень проехал. Я его уже убил все равно. Обожаю вот этот вот разницу в пинге. Вот, это, вот эти выстрелы на чувстве. Это просто... Ты просто как Жан-Клод Ван Дамм. И все, развал кабин. Конец, конец. Сука! За что? Он мне оглушающий, лагающий снаряд писал. Это снаряд лагающий был от арты. У меня игра зависла. Да ладно, попал! Советские танки — это самое подкрученное говнище, которое есть в этой игре. Он просто берет и каждую вертуху тебе попадает в лицо. Оно откисает в нуляку. Ты ничего сделать не можешь. Он только разворачивает свой хоботок и сразу залетает у него прям в пятак. Бля, это такая дичь. За что так больно, фрейрок? Я пойду в клан топ гачи бой сыс. Во. Район. Вау. Да, мне кажется, это топ клан. Вот, я принимаю. Я залетаю. Welcome to the club, buddy. Здорово, отец. Что? What the fuck? Чё, блять?
Чебанут, что ли? Че совсем додик? Че-то было? Я, блядь, в танк целился. Блядь, вот это скример. Я охуел сейчас. С уважением. Ну ладно. Будем надругаться над ним. Есть пробитие. Это что? Это такой вообще размот? Подожди, я теперь понял, что я все 5 лет был не в том клане. Я вступаю в клан Пуся. Пуси Бойс. Понятно. Думал, не с нами. Пуся Бойс. Да, мы будем фармить... Мы 10-го левела танков выступим, а он только один. Пуси Бойс. Клан Пуся. Спайдер Ю из клана Пуся. Господи. Твои вот эти палки дают, если не ошибаюсь... 25% маскировки. Да, это я плюс помню. Сам куст. Вот у тебя вдвоем два куста 75 маскировки дают. Значит, тебя светят, блин, ну вот от этой елки. В лучшем случае. Почему они не едут? Светишь раньше танк. Вот он едет. И, скорее всего, даже не засветился. Нет, засветился. Тебе надо было голду перезарядить за это время, убить его голдой, и тогда бы ты не засветился. Либо подождать, пока он ближе подъедет. Что, голдой? Да, голда быстрее летит, и на маленькой дистанции при ее убийстве ты не светишься. Типа тикрейт? Да, ну типа баг, так не должно вообще работать. Дело не в тикрейте. Когда танк любой на карте стреляет, всегда на каждый выстрел дополнительный луч засвета идет. Дополнительный тикрейт. Взамен общего, скажем так. Даже не взамен, а в дополнение. А уже года два этого не происходит. Это так не должно быть, это баг, но его не исправляют. И благодаря этому багу ты можешь убивать без засвета на коротких дистанциях. Чтобы понять, на какой дистанции ты точно не засветишься, надо взять скорость полета твоего снаряда и поделить на 6. То есть, допустим, если у тебя 1200 метров в секунду, соответственно, на 200 метрах ты можешь убивать без засвета. Ну, на 200 и менее. На 200 и более будешь светиться. Если скорость полета снаряда около 1500, там уже на 6,1 надо делить. Нир. А? Все отлично. А почему вы меня кинули? Никто тебя не кидал. Вы должны были танковать. Не-не-не-не. Подожди, мы не договаривались. Подождите, так. Вы оба не прошли эту танковую академию на этой карте. А ты прошел? Как там она? Не танковая академия, как это называют? Топография. Топография. Вы топографию на этой карте не прошли? Пошли. Знаете, куда в топографии надо ехать на тяже? Вот сюда вот. Так, Нидин, мы тебе сейчас школу обратно отправим. Сразу понятно, что Нир ее не проходил, и Клумба тоже. Я пруфану на стриме, что я ее прошел. Ну, значит, ты плохо ее прошел, иди еще. Нет. Если ты не знаешь, куда ехать надо на тяже. Слышь, мне кажется, у тебя вот эти очки Вилграни, они немножко запотели. Запотели? Да. Я же вижу, куда ты поехал, они не запотели. Я знаю четко все возможные варианты разъезда. Ладно, хорошо. Сейчас мы посмотрим, как ты сыграешь. Ух! Ух! Это хорошо. Что-то я бординга прокатился. Это было вкусно. Закрывай. Давай пропушим, давай пропушим. Слышь, Нир, давай пропушим, давай пропушим. Так ты дурак, ты куда поехали, поехал? Поехали пропушим. Здесь ты зачем поехал, потерял 900 хп? Ты вообще странный, что ли, что ты несешь? Давай пропушим. Куда ты выехал здесь под всех ПТ? Нир, поехали пропушим туда. Ты давай вместе? Вот тут и потерял 900 хп, и, блин, еще что-то... Нир, надо вот так вот пушить, вот так вот. Гений. Просто гений, блин. Ты с кем игра? Поехал, все хп отдал, мне что-то говорит. Пипец просто. Вот так пропушим, вот так. Ты здесь я потерял. Я не понимаю, почему вы поехали не на тот фланг на тяжах? Да это нормальный фланг, ладно. Это плохой фланг, вы топографию не проходили. Так там же несколько вариантов разобрать. Это там один вариант на тяже ехать. Знаешь, не один, это как тот самый учитель по бизнесу, который ни одного бизнеса не сделал, но знает все о бизнесе. Да. Этот бизнес нужно строить вот так. Ты должен обязательно выполнить первые 5 шагов.
Если ты их не сделаешь, ни один бизнес не будет никогда работать. Самое главное — это выстроить правильную систему. Когда идешь в гору, растут мышцы, запомни. Бери и делай. Если гора не идет к Нидину, Нидин идет к горе. Ай, доля воровская, как и людская, не забывай.